Всем привет, друзья! Вы снова на канале Energy Gaming TV. Меня зовут Игорь, и мы продолжаем прохождение игру Сын Рима. Что ж, мы в прошлой серии пытались держать натиск варваров, которые после убийства ихнего короля, естественно, немножко, ну, как бы, не то чтобы взбесили, они взбесились по сути по делу. Вот, ну, наш правитель мудак, и нам приходится теперь его защищать. И, соответственно, страдают. Если не попасть, встань сюда, римлянин. Ой, не ту кнопочку нажал. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так, раз. Блин, они же две атаки делают. Ну, теперь нам нужно попасть в дальнее сюда. Ну, в общем, и воссоединиться там с нашим, блядь, командиром. Собака. Ты меня. Так, ладно, давай. Будем это дело все сокращать, я думаю, в разы. Ты тут с тобой сейчас вот эта квашня, вот эта война квашня. Ой. Вот, набежали. Все, зарезали. Надо на здоровье немножко поэтовать. Да блин, мне туда подняться не получается. Почему? Они сами ко мне спускаются. Ну ладно. Давай, ребят. Нападай. Блин, это уже три атаки точно. Надоели вы мне, короче, ребята. Давайте мы с вами быстренько покончим. Тем более хилочку не должны сделать. О, а то сейчас тут с вами... Возюкаться, день и так затяжной, блин. Еще дома порядок надо навести, блин. А вы тут, понимаешь, нет. Вы как дождь, блин, с неба сыпитесь, а? Сами на них. Давай еще. Ладно, щитом этого убрать, потому что они такие немножко плотные, с ними приходится особенно долго ковыряться. Бум, у тебя. Ты учок такой. А я здесь, а ты там, а я тут. Че, мне дадут подняться сегодня, нет? Так, а как же мне пройти? Понятно. Так. Где-то должен быть проход, или я что-то не понимаю. Ну блин, по сути, вот. О, что, почему до этого нельзя было не понять? Забаррикадируйте этот вход. Мы должны быть готовы к следующему штурму. Мари, пошли. За мной. Слава богам. Мы можем немного передохнуть. Ну да. Пойдем, чё, дети. Следуйте за Виталионом. Виталион, пошли. Витяра. Витька. Чё залип-то? Господи Иисусе. Отлично. Следуйте за Виталионом, он стоит, ждет, пока я пойду. Нормальная игра, нормально. Угу. Адекватно. Не открывают, открывай. Ты издеваешься, что ли, или что? Витя, они не пускают меня, запускай. О. Созрел, смотри-ка. Йорк пал. Слово яйца. Мы должны спасти как можно больше людей. Наше единственное спасение — река. Мы вывезем их на корабле из Рима. Он покрыт броней и выдержит все нападения варваров. Нет. Им придется уходить на других лодках. На военном корабле сбежали Комод и его охрана. Они были первыми, кто бежал из гавани, расшвыривая женщин и детей на своем пути. Кто бы сомневался. Ну, если что, это мудак, который как раз все это начал. А, обычный что солдат. С обороной, солдат? Мы отрезаны от всех районов и пытаемся держать мосты, но большинство людей эвакуировано. Хорошо, как только все наши будут в безопасности, мы уйдем на последней лодке, понятно? Есть. Марий, сюда. И... Странно, он вроде разговаривал с ним, при этом смотрел на меня. Нормально. Дела обстоят. Мы должны рассказать об этом Сенату. Комод,
должен заплатить за свои деяния. Согласен. Отвечаю прям вообще. По-любому должен ответить. Просто нахрен войну развязал. Не знаю, мне только о нем плохие есть. Командуй, Марик. Встреть наших солдат на мосту и приведи их. Я буду руководить отсюда. Окей, босс. Эй, вы! Отступаем! Мы вас вытащим! Я прикрою вас со Скорпиона! Солдаты, перенесите меня на левый берег! Перенесите! Живо! Лучники готовы! Огонь! Лучники, залпами! Ух, пошли в ногу. Давай, ребята, работаем, работаем. Тяни, парни, тяни! Давай! Залповая стрельба! Все. Догоночку немножко пошмаляем. Тяни! Так, все, хорош. Ой-ой-ой. Ой-ой, может не вылезти пора, не? Укройте римские войска. Бежим, ребята, бежим, отступаем. Сука. У! Трусы, ни хрена, у вас там тысячи, ё-мо. Я уже ваших перебил-то уже тысячу другую. Так что уж точно меня называть трусом не вариант. На нафиг. Это было близко. Я сдержу их, пока корабль не будет в безопасности. Нет! Ты должен уйти! Ты должен выжить! Сенат выслушает тебя! Ты же командир! Что за самопожертвование? Давай, братан. Теперь иди! Я же говорю, что наш герой попадет в плен или что-то типа того. Перепутал. За Рим! Давай, пацана, вперед! Сосуночки! Зовите мамочек! Ой, 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 ой! Подождите, дайте, сейчас я активирую. О, поехали. Хорош, давай быстрее времени. Немного же у нас. Готов, потому что. Какие там что? Еще раз! Пацаны, у меня ее много. Моей египетской силы. Ты задрал за своим топором махать-то. Слышь? Интересно, может мне надо тут драться, пока я не сдохну? Ну, есть, знаешь, такие подставные миссии, когда тебе, чтобы выиграть, нужно проиграть. Так, входим. Сразу этого здоровячка вырубаем. Этого рогатого тоже вырубаем. Еще раз. Готов.
щитов. Вот ярость пока надо прокачивать. У меня здоровье, в принципе, ну. А ярость скоро закончится. Готов. Блин, я только один. Давай, вперед. Раз, два, три. Блин, я думал, отобью. Это что вы? Сука, задрали. Все нафиг, последний. Музыка такая прямо эпичная. Все, готов. Всего-то их дюжина другая. Ой. Да, фигня, все бы всех бы завалили. О, ты чё там с этой элитой не слинял первым классом? Чё себе, у тебя декольте, женщина. Опачки. Дамокл был великим воином. Признанным вождем огромной армии. Но трусливые генералы бросили его. Немезида, богиня мести, позволила Дамоклу вернуться на землю в облике духа мести. Центуриона в черных доспехах, который ищет предавших его генералов, чтобы покарать их. Дамокл. Черный мститель, видите, грязюка, мазюка, чтобы соответствовать образу. Маритит, ты генерал Рима. Я взял тебя с собой, чтобы ты защитил меня от Дамокла. Но ты и есть Дамокл! О, боги! Вот это поворот, ты да? Ты и есть Дамокл. Да, это я. И моя история близится к концу. Ага. Мной двигала одна мысль. Одно единственное желание. Желание мести. Мести императору Нерону, который прирезал мою семью. Мести его подлым сыновьям, предавшим мой легион! Чтобы осуществить эту месть, мне нужно было вернуться к началу своего пути. Вернуться домой. Опасности подстерегали меня на пути в Рим. Зло, поразившее Британию, чумой опустилось на город. Голодные беженцы из некогда свободного Рима заполонили дороги, жалуясь на голод и жестокие пытки. Закон был низвергнут.
Моей единственной целью стало вернуться в Рим и положить конец злу, который начал ты, Нерон. Чтобы не дать тебе уничтожить Рим, который я люблю, и вернуть его народу. Ну что ж, друзья, вот такая вот заворотина у нас тут получается, да? Прикольный заворот, мне очень нравится. И теперь, получается, мы Дамоклом, мы, собственно, будем тот, ну, не знаю, ангел мести, который будет наводить порядок. Меня, если честно, вполне это устраивает, я с удовольствием буду резать всех этих гнидосов и в следующих сериях. Если вам понравилось, подписывайтесь, там, воткните лосик, не знаю, можете написать что-нибудь, я в любом случае всем на все отвечаю, ну, как бы, на все адекватное. И... увидимся с вами в следующих сериях. Играйте только в хорошие игры. Всем хорошего настроения. Всем пока.